рейтинга, не студенческого, не молодежного, а именно основного рейтинга спортивного ориентирования на лыжах. Прежде всего, мы рады приветствовать здесь первого номера мужского рейтинга из Болгарии, Станимира Беломажева. Здесь он будет выступать под 30-м номером, будет стартовать последним в мужском старте. Это главный претендент на победу, но и без этого, без него есть целый ряд, огромное количество спортсменов, которые наверняка составят ему конкуренцию. И прежде всего, конечно же, российские атлеты. Но так как мы все стоящие на трибунах, то есть вы стоящие на трибунах, будете болеть прежде всего за российских спортсменов, давайте назову тех спортсменов, которые будут нашу страну представлять на этих соревнованиях. Запоминайте номера. Итак, под стартовым номером 2 на дистанцию сегодня Евгений Осин отправится. Александр Злобин, это стартовый номер 4, это тоже представитель нашей страны. Сергей Шалин, стартовый номер 7. Степан Жуков под 12-м пипом сегодня выступает. Иван Куликов, стартовый номер 22. Иван Повышев, стартовый номер 23. По-моему, всех назвала. Это так, это сборная России, за которую мы сегодня с вами прежде всего болеем. Как болеть будем? Давайте, давайте, разминайтесь, пора, уже совсем немного времени осталось. Ну а теперь еще более дружно, еще более активно мы будем поддерживать наших иностранных гостей. Как мы это будем делать? Вы, по-моему, уже устали. Надо начинать разминаться. Вы помните, главное правило любого спортсмена. Хорошая разминка – это один из главных залогов успеха, так что можно уже начинать. И, уважаемые спортсмены, dear sportsmen, you can take your GPS. Вы можете забирать свои GPS, потому что через полторы минуты, буквально через полторы минуты, первые номера будут приглашаться сюда. In one minute we will invite the first sportsman to the start. Будьте, пожалуйста, внимательны. Be careful. Don't be late. Спортсмены готовятся к старту. Еще раз, наверное, расскажу тем, кто не знает, как мы будем следить за ходом соревнований. Для тех, кто все еще боится пропустить самое интересное, никто ничего интересного сегодня не пропустит. Мы будем видеть все здесь, на этом замечательном экране, который сейчас демонстрирует стартовые протоколы. Но в самое ближайшее время камеры, которые уже установлены по всему периметру нашей большой территории, не только на самых интересных и зрелищных местах дистанции, они уже готовы пересылать нам сюда видеокартинку для того, чтобы мы могли следить за ходом соревнований, не пропустили ничего неинтересного. So we are going to see the TV translation on our screen. In some minutes the TV translation will be start. And we will see the most interesting moments of the event. Итак, 5 минут до начала спринтерских соревнований, 5 минут до начала соревнований. И под стартовым номером 1 у нас готовится отправиться на дистанцию японский спортсмен Масада Тода. И под стартовым номером 101 представительница сборной команды России Анна Выборнова. So, the first runners to take start today will be Тода Масада from Japan. Болгарина Станимира Беломажева. И, конечно же, несколько слов надо сказать и о девушках. Если взглянуть на мировой рейтинг, то там Мира Каскинена, участница под стартовым номером 125, имеет самую высокую позицию, представительница Финляндии. Ну и, конечно же, представлю наших российских ориентировщиц. Анна Выборнова, ее стартовый номер 101. Вероника Корделева, стартовый номер 103. Под 107-м стартовым номером Мария Петрушенко у нас отправится на дистанцию. Анастасия Неверова, стартовый номер 120. Елизавета Моисеенко, стартовый номер 122. Мы готовы приветствовать спортсменов наших и не только. So the first runner to take
start in today's competitions will be Toda Masada from Japan, number one. He will start in men competitions and in women competitions. The first to take start will be Viborna Anna from Russian team, number 101. And it is about 4 minutes to start for the first runner, and they're already in the starting zone, and all the other participants are preparing to take start in the first university ski orienteering championships. Итак, все внимание на старт. 11 часов и 1 минута. Это время ухода на дистанцию Масада. Масада Тода из Японии. Он уже здесь, он уже готовится к старту. Мы готовимся их поддерживать. Дистанция сегодня спринтерская, скоротечная, очень-очень быстрая. Поэтому не успеем оглянуться, как атлеты появятся здесь на смотровом пункте. Мы увидим их своими глазами. Ну и на финише тоже. Главная задача ориентировщика не только быстро бежать, но еще не ошибаться. А тот, кто умеет совместить два этих качества, собственно, как и биатлонисты, показывают наивысшие результаты, первыми приходят к финишу. Ну а в спринтерской дистанции умение быстро принимать решения, умение быстро ориентироваться, оно важно особенно, потому что ориентирование очень сложное для непрофессиональных, неподготовленных ориентировщиков. Даже сложно себе представить, как можно делать это на столь большой скорости. Но наши участники прекрасно понимают, знают и, главное, умеют это делать. Мы желаем удачи всем спортсменам. We wish you happy for the every sportsman. И ждем всех на финише. So now you can see the first runners on the big screen. It is two minutes to start for the first runners in today's very, very quick competitions. Sprint orienteering will be really sprint today. The course is very, very quickly, very, very difficult on the high speed. The runners must find the shortest way from one control to another. And very soon we can see who will be the most luckily in their competitions day of today, sprint here in Alexin region, Tula, Russia. И остается у нас 2 минуты до старта. Есть время назвать параметры дистанции. Параметры — это длина и количество контрольных пунктов. Поясняю для тех, кто не так часто сталкивается со спортивным ориентированием. Итак, длина дистанции у мужчин 2,5 километра. При выборе оптимального варианта движения спортсмен проедет 3 километра 300 метров. И необходимо мужчинам взять 13 контрольных пунктов. Что касается женщин, то длина дистанции чуть короче. 2 километра 130 метров. Это если по прямой. Если пройти дистанцию в оптимальном направлении, в оптимальном в варианте 2 километра 700 метров и 10 контрольных пунктов у девушек сегодня на дистанции. До смотрового пункта. No, it's about 1 minute to start for Toda Masada from Japan. He is preparing for his start in men's competitions. And in women competitions, Viborna Anna from Russia, number 101, preparing to take start in our competitions. And so now Toda Masada on the start line. The first competitors preparing for take start in the first ski orienteering university championships. Toda Masada from Japan. Big applause for our first starting runner. И буквально за 5 секунд короткая информация еще для болельщиков. Важная информация для болельщиков. Ожидаемое время победителя у мужчин 12 минут и 10 минут. Ожидаемое время на победителя у женщин. Очень и очень быстрая и скоротечная дистанция. 20 секунд до старта первого участника. So now you can see that the first runner take a map. That means that 15 seconds left for the first start. And now, in a few seconds, and our competitions will begin. Итак, наши соревнования yes, официально открыты. The first runner on the course.
Первый участник уже на дистанции, но мы готовимся приветствовать нас на дистанции уже через 15 секунд. Анну Выборнову, Россия! Выборнова, Russia, on the start line. Очень волнительный момент, очень серьезные соревнования. Это первый чемпионат мира среди студентов по спортивному ориентированию. Анна Выборнова on the course. Big applause for the first women on the course. Чуть больше, чем через 10 минут ждем Анну уже на финише, а пока готовится отправиться на дистанцию Рикака Юшиока. Ой, прошу прощения, Евгения Осина для начала, конечно же. Евгений Осин у нас стартует следом, а Рикака Юшиока пока еще готовится к старту. Евгений Осин, Россия, стартовый номер 2, отправляется на дистанцию. Осин Евгений from Russian team take start, and now Юшиока Рикака from Japan team in women's competitions on the start line. Один за другим спортсмены отправляются на дистанцию. Интервал между спортсменами, между мужчинами минута, соответственно, между женщинами тоже минута. И таким образом через 30 секунд кто-то из спортсменов у нас стартует. Итак, на дистанции Рикака Юшиока, Япония. And now we have Юшиока Рикака from Japan on the course. And we shall see Finnish runner Sandelin Peder on the start line. Питер Сандалин представляет у нас Финляндию, его стартовый номер 3, но следом за ним на дистанцию готовится отправиться еще одна представительница России, Вероника Кортелева, стартовый номер 103. Один за другим, в том числе и российские атлеты, стартуют, а наша делегация самая представительная. Максимальная квота выбрана, и россияне, как всегда, на любых стартах, тем более на турнире по спортивному ориентированию, в числе главных претендентов на самые высокие места. Но мы не забываем, сколь сильные соперники к нас приехали, так что ждем интересной борьбы уже в самое ближайшее время интереснейшей развязки, но пока следим за стартом. Стартовый номер 4 сегодня у Александра Злобина, еще одного представителя России. Вот он стоит на стартовой линии под стартовым номером 104. Спортсменка из Финляндии Сана Пуса готовится стартовать. So now Александр Злобин from Russian team is on the start line and he is on the course. And next in women competition, Sana Pusa from Finland on the start position. И чтобы нам удобнее было ориентироваться, информация важная, существенная информация для зрителей, для болельщиков. Сильнейшие атлеты, сильнейшие по, согласно мировому рейтингу, стартуют у нас в конце стартового протокола. Так что до самого завершения соревнования мы будем с вами находиться в жесточайшем напряжении, потому что лидеры, в том числе и Станимир Беломажев, болгарин, лидер мирового рейтинга, уйдет на дистанцию последним. Но в данный момент стартовать готовится еще один спортсмен из Финляндии, спортсмен из страны, в которой не бывает слабых ориентировщиков, Юха Мартикайнен, его стартовый номер 5. Юха Мартикайнен from Finland, now on the start positions, number 5. Ну и 105 номер сегодня достался спортсменке из Эстонии Кайси Сандер. Она также готовится через несколько секунд взять в руки карту и отправиться на скоротечную спринтерскую дистанцию. And next starter in women competitions, Кайси Сандер from Estonia. She is on the start line, preparing for her start. И наблюдая за стартовым временем, мы можем хорошо ориентироваться, где примерно находятся у нас участники, уже стартовавшие. Я напоминаю, всего 12 минут ожидаемое время победителя у мужчин и всего 10 у женщин. Лидерам и главным претендентам на победу еще предстоит стартовать, ну а мы отправляем на дистанцию очередных участников. Итак, спортсмен из Норвегии, Бьёрнал Квейль, стартовый номер 6 имеет, он уже получает карту. И по стартовому сигналу отправляется на 2,5-километровую дистанцию. Бьёрнар Квале from Norway now on the start.
And who know, he is the brother of the World and European Championship. And now, IOF officer, Mr. Quale. And now in women competitions, we shall see Nishiki Miu from Japan on the start position. На старте представительница Японии Мио Нишиката, стартовый номер 106. Ну а здесь, в стартовой зоне, приветствуем под стартовым номером 7 Сергея Шалина, Россия. Сергей Шалин from Russia on number 7, now on the start positions. But we shall say good luck to Japanese participant Nishiki Miu. Что касается Сергея, то в мировом рейтинге он занимает очень высокую позицию. Он 73-й. Попадание в сотню сильнейших – это очень-очень неплохой показатель стабильного, уверенного и серьезного выступления. Ну и здесь же под стартовым номер 107 Мария Петрушка, Россия. Мария Петрушка from Russia on the start line. Мария from St. Petersburg region and now... He will starting here in Tula and will be battle for the medal. Мария, Мария, Мария! Подбадриваем мы и приветствуем уже на старте следующего участника, участника мужских соревнований. Стартовый номер 8 у представителя Финляндии Юрий Уситало. Юрий Уситало from Finland on the start positions in men's competitions number 8. Обратите внимание, как филигранно спортсмены вставляют карту в свои столики, в свои планшеты. Не менее филигранно, чем биатлонисты скидывают винтовки на плечи. Это тоже требует серьезной подготовки, большого мастерства. И от этих секунд, потраченных на старте, в том числе, может зависеть и итоговый результат. So now finish runner on the course, and we can see Norwegian girl Marta Ulvensson on the start line. Итак, на старте у нас представительница Норвегии Марта Ульвенсон. Ну а у мужчин к старту готовится Петр Хорват. Это спортсмен из Чешской Республики. So good luck for Norwegian girl. And now we have Horvat Petr from Czech Republic on the start line. Почти 9 минут прошло уже с момента старта, но я напомню, что сильнейшие у нас, согласно мировому рейтингу, стартуют в завершении стартового протокола, и очень скоро мы доберемся уже и до красной группы, так называемой красной группы, где стартуют сильнейшего. Сильнейшая у женщин, она начинается со 116 номера, а у мужчин с 17-го. Пока следим за стартом группы под номером 2, под 109 номером. Еще одна спортсменка из России готовится отправиться на дистанцию, готовится стартовать. Наталья Игнатова, стартовый номер 109. Наталья Игнатова from Russia on the start line. And very soon she will take and begin her battle for the medals in today's competition. Наталья! Удачи, так же как пожелаем, так же как и Кое Гота, спортсмену из Японии. Его стартовый номер сегодня 10, и через 3 секунды он возьмет карту, через 15, соответственно, будет стартовать. Удачи, удачи, хорошей дистанции, поменьше ошибок и максимального приближения к оптимальному варианту движения по дистанции. Я напоминаю, мужчин 3-300, оптимальный вариант сегодня. Next on the start. Gota Roya from Japan taking the course for today, and we wish him a good finish. Но на старте уже следующий участник, спортсменка из Эстонии, Эвели Касику, стартовый номер 110. Now Касику Эвели from Estonia on the start line, number 110. And very soon we hope to see the first runners near the finish, at least on the spectators' control, because it was promised that about 10 minutes will be the winning time. Итак, у нас первые участники на смотровом контрольном пункте. Это...
Все внимание к смотровому контрольному пункту. Там у нас показываются участники за буквально несколько сот метров до финиша. И это уже показатель того, что скоро у нас и в финишном створе первые спортсмены окажутся. Итак, смотрим на смотровой пункт. Если смотреть с трибун, с левой стороны висит контрольный пункт. Его должно быть сейчас хорошо видно. Ну а пока продолжаем отправлять участников на дистанцию. Стартовый номер 111 сегодня Ушино Ватанабе из Японии. Ну а дальше пристальное внимание к мужскому старту, потому что 12-й бип сегодня у Степана Жукова, спортсмена из России, спортсмена, который также входит в сотню мирового рейтинга по спортивному ориентированию на лыжах. Очень-очень серьезный показатель, а это значит один из претендентов на очень высокий результат в сегодняшних спринтерских соревнованиях. Shiho Watanabe from Japan. Starting her course, and now we are waiting for Zhukov Stepan from Russia number 12 on the start line. And we are waiting for the first runners in the spectator control. We hope that very soon we see somebody here. Но с момента Анны Выборновой, которая у нас ушла на дистанции под 101 номером, уже прошло больше 10 минут, а это значит, что финиш скоро, очень скоро может быть открыт. Но на старте у нас спортсменка под номером 112, это представительница Белоруссии Катерина Пестова, прошу прощения, и стартовый номер 13 сегодня еще одного представителя этой страны, Александра Рожкова. И все, now we can see the first finish, number 101, it is Выборнова Анна from Russia on the finish. Не успели мы проанонсировать финиш первой участники. Анна Выборнова уже здесь с очень неплохим показателем. Я напоминаю, что 10 минут закладывали организаторы на время победителей. Примерно 11, чуть больше 11,5 минут потратила спортсменка. Узнаем, кто и насколько сможет улучшить этот показатель. Пока же еще раз обращаем внимание к старту, пока есть такая возможность. 113 номер Катерина Нейманова, это Чешская Республика. И стартовый номер 14 у спортсмена из Швейцарии Ларса Беглингера. И смотрите, какое количество спортсменов одновременно у нас сейчас находилось на смотровом контрольном пункте. От секунд, от миллисекунд, от доли секунды в спринтерской дистанции очень много зависит, поэтому очень важно именно быть первым при отметке на контрольном пункте. Следим за смотровым пунктом, следим за финишем, ну и, конечно же, за стартом, где к уходу на дистанцию готовится, я напоминаю, Ларс Берлингер из Швейцарии и спортсменка под 114 номером Соня Морски из Финляндии. Совсем близки мы к старту красной группы сильнейших как в мужских, так и в женских соревнованиях. So now Switzerland with Lars Berlinger on the course, and now we're waiting for Соня Морски to take start, and we already seen very many runners passing the video control. That means that we shall very soon see many runners on the finish line. Все внимание на финиш, и здесь у нас, судя по всему, сейчас пока нет, пока спортсмен еще не сюда заворачивает, но очередная группа сюда приближается. Это значит, что очень-очень скоро мы будем приветствовать спортсменов, завершивших уже дистанцию. Но пока отправляем тех, кто еще не стартовал. В частности, под стартовым номером 15 эстонский ориентировщик Римма Рума готовится стартовать. И здесь же рядом с ним стартовый номер 115 у словацкой ориентировщицы Даши Михайловой. Rima Rom from Estonia takes start in men's competitions, and now Dasha Mihailova from Slovakia preparing for the stand. And now we все внимание на финиш. Здесь у нас Евгений Осин, здесь же у нас Вероника Кортелева. Now we have seen the big group of runners on the finish, and very soon we shall know their results. Красивый финиш. А вы обратили внимание на девушек, которые ни капельки не отставали у нас от представителя сильной половины человечества?
Девушки, мужчины, все здесь, и каждый демонстрирует потрясающие результаты. Финишировал у нас Александр Злобин. Именно он показывает сейчас лучшие результаты всех финишировавших спортсменов. Финна Петера Санделина, который стартовал в минуте перед ним, он догнал и финишировал практически в одно время с ним. Ну и пока у нас пауза на финише, пока у нас пауза на смотровом контрольном пункте, вновь обращаемся к старту, где у нас открывает старт уже красной группой, группой сильнейших. Японская ориентировщица Нацуми Чиванути, она уже на дистанции. И стартовый номер 17, это также первый номер красной группы у мужчин. Сегодня он достался швейцарцу Сандра Трутману. Итак, сильнейшие, номинально сильнейшие, согласно текущему мировому рейтингу, спортсмены, которые входят в сотню сильнейших этого мирового рейтинга, сейчас отправляются на дистанцию как у мужчин, так и у женщин. Сандра Трутман, Швейцария. Good luck! А у нас все внимание на финиш. Здесь финиширует представитель Финляндии Юха Мартикайнен. У финнов, еще раз повторяюсь, не бывает слабых ориентировщиков. И практически всех своих, ну если не сильнейших, то одних из сильнейших спортсменов сборная Финляндии делегировала сюда, в Алексин. Так что будем считать, что главные претенденты на победу, как всегда, хозяева соревнований, в данном случае россияне. Ну а финны – наши почти главные конкуренты. So till now we have the best result from Anna Vibernova from Russia, 11 minutes, 3 seconds. And the next result from Kartelova Veronika, also Russia, 11 minutes, 47 seconds. And in men's competitions, we have the best results from Alexander Zlobin, 11 minutes, 39 seconds. And the next position till now, Juha Matikainen from Finland, and the third also for Finland. Петер Сандалин. Но тем временем Дэвид Френко из Словакии у нас отправился на дистанцию под 18 номером и стартует, готовится принять старт под номером 118 спортсменка из Швеции Эмма-Мария Бергстрём. Очень высокий, 92-й мировой номер мирового рейтинга, в сотню сильнейших она входит, а это значит, что группа сильнейших, красная группа у нас уже активно начинает стартовать. Emma Maria Bergström from Sweden takes start in our competitions, and now we can see Norwegian representative on the start line. Ну а мы приветствуем на старте ориентировщика из Болгарии, ориентировщицу из Болгарии Антонетту Дяксову. И перед ней вот сейчас уже отправился на дистанцию спортсмен под номером 19. Шведский ориентировщик Мартин Лювальд Хелберг. Мартин Лювальд Хелберг from Sweden now coming to the course. Что касается болгарской ориентировщицы Антуанетты Дяксовой, то 77-й номер мирового рейтинга – это спортсменка, что очень и очень солидно. And now we can see next runners on the finish. Number 8. Номер 8 и номер 7 финишировали. Юрий Уситала, стартовый номер 8. И Сергей Шалин, стартовый номер 7. Но уже даже не обращаясь внимания к финишному протоколу, можно отметить, что, к сожалению, Сергей Юрий проиграл, потому что стартовал на минуту раньше. Но на старте у нас спортсмен из Японии. Это стартовый номер 20 Такуми Ишихара. И стартовый с номер 120 сегодня достался представительнице России Анастасии Неверовой. 120 номер, пристальное внимание к нему, Анастасия Неверова. 62 номер, между прочим, мирового рейтинга. And now preliminary results in men's competitions. We see that Bjørnar Kvale from Norway take the second position with 11 minutes and 52 seconds. And still now Zlobin Alexander from Russia leading, and
Juha Matikainen is on the third position. Тем временем на старте у нас уже очередной спортсмен, 21-й стартовый номер у Андреса Сала из Эстонии. Замыкает он на мировую сотню на данный момент. И все внимание на смотровой контрольный пункт. Очередной участник у нас преодолел большую часть дистанции. And in women competition we have a new leader. Sanna Pusa from Finland take the lead with 10 minutes and 48 seconds. And on the second positions, Anna Vibranova from Russia and Veronika Kartelova from Russia on the third positions. Evli Kasiku из Эстонии только что финишировала, завершила дистанцию под номером 110. Она сегодня дистанцию преодолевала, а стартовый номер 121 у Еханки Симковой, спортсменки из Чешской Республики. Она уже на дистанцию отправилась, и вновь внимание на старт, потому что карта уже в руках у Ивана Куликова, еще одного ориентировщика из России. Мы приветствуем Ивана! Иван, удачи, хорошей лыжне, ну а на старте у нас еще одна наша спортсменка, стартовый номер 122, Елизавета Моисеенко, Россия! And we have a new leader in men's competitions, Юрий Уусала from Finland take the leading result, 11 minutes 37 seconds. He has 1 second... ahead of Alexander Zlobin from Russia. На старте стартовый номер 23. Стартовый номер... And now we have also the new leader in women competitions. Evely Kasiku from Estonia take the lead with 10 minutes and 43 seconds. And she is 5 seconds... ahead of Pusa Sana from Finland. Иван Повышев у нас стартовал. Это еще один спортсмен из России. Еще один Иван и еще один претендент на очень-очень высокие места. Стартовый номер 123 сегодня у нас у спортсменки из Эстонии Дейси Кудре. Лидеры мирового рейтинга, потенциальные лидеры наших сегодняшних соревнований сейчас отправляются на дистанцию, но им еще предстоит побороться с теми, кто уже финишировал, а те, кто дистанцию закончил, показал весьма-весьма серьезные результаты, за которыми мы внимательно следим. And we can say that we have a new leader in men competitions. Misa Tuomala from Finland take leading positions with a great margin of more than 10 seconds. 11 minutes and 25 seconds, now the best results in men competitions. Misa Tuomala from Finland, and next runner is also from Finland, Juri Jussila, 11 minutes and 37 seconds. Два спортсмена из Финляндии у нас лидируют. На неплохих пока позициях Александр Злобин из России располагается. Но мы видим, чем выше стартовый бип у спортсмена, тем быстрее он преодолевает дистанцию. Будут наверняка еще изменения у нас в финишном протоколе. Мы следим за ними внимательно, а пока очередных спортсменов отправляем на дистанцию. Номер 124, Анна Улвинсон, Норвегия. И стартовый номер 25 сегодня у белоруса Юрия Языкова. Юрий Языков практически в тридцатку сильнейших попадает в мировом рейтинге. Что касается только что стартовавших Анны Улвинсон, 18-ю позицию она там занимает. И сейчас на старт готовится выйти заключительная участница сегодняшнего женского протокола. Все внимание на старт. Мира Каскинен, Финляндия. Мира Каскинен, Финланд. Восьмой номер мирового рейтинга. Потенциально сильнейшая спортсменка. And now we see Zhukov Stepan finishing in men's competitions, and very soon we shall know his result. Степан Жуков финишировал в соревнованиях мужчин, и я надеюсь, очень скоро мы увидим его результат на табло. Итак, стартовый номер 26 готовится отправиться на дистанцию.
Kivlinieks Rival, Латвия. У нас теперь только мужчины отправляются на дистанции. Девушки все уже на старте находятся. Это значит, что примерно через 10 минут, а именно столько организаторы закладывают. И пока мы видим, что их расчеты оправданы, именно столько организаторы закладывают на время победителя, мы через 10 минут узнаем результаты в женской части соревнования. Но мужчины у нас еще продолжают стартовать. Стартовый номер 26 из Латвии. Kivlinieks Raiva у нас уже стартовал. И к старту готовится под стартовым номером 27 спортсмен из Норвегии Йорген Хоген Мэтслен. Чуть-чуть можно поживее. Это лидеры стартуют, потенциальные лидеры, сильнейшие ориентировщики мира, не только студенческого мира, но и мира большого спортивного ориентирования. Сюда приехала практически вся мировая элита. Лучшие ориентировщики, сильнейшие ориентировщики, они ваши коллеги, продолжают учиться в вузах, в университетах, в колледжах. И что это дает как раз им право принимать участие в первом чемпионате мира среди студентов на лыжах. Итак, на дистанции Йорген Хоген Мэтслен, и у нас два представителя Финляндии готовятся стартовать друг за другом под 28-м стартовым номером Тера Линнайма. И следующий номер, стартовый номер 29, сегодня у Тумаса Котро. We have only three participants left on the start. Now we have Tero Linnamea from Finland on the start, and also we shall have Tomas Kotro from Finland, and the last starting but not the least, Stanimir Belamaja from Bulgaria. I think he is one of the president for the goals in today's competition. Александр Рожков из Белоруссии финишировал, и следом же за ней швейцарец Ларс Беглингер, который практически отыграл минуту, догнал Александра, и Ларс претендент на то, чтобы показать высокий результат. Ждем с большим нетерпением результатов. Tero Linnamäe from Finland now taking his start, and only two sportsmen on the start left. Until now, leading results are still the same. Mr. Tuomola from Finland on the leading positions. Juri Ustavala from also Finland on the second, and Alexander Zlobin on the third positions. This is preliminary results for men competitions. And in women competitions, we have a new leader. That is Sonia Morski from Finland with 10 minutes and 13 seconds. А у нас на дистанцию отправился Томас Котро. Это спортсмен из Финляндии. И сейчас все внимание на старт. Номер один мирового рейтинга. Станимир Беломажев, Болгария, готовится стартовать. Удачи спортсмену, хорошей и легкой лыжни. Завершается старт. Станимир Беломажев, the leader of the world ranking and one of the leaders of our competition. Станимир Беломажев, Болгария, good luck on your course. В самом большом напряжении будем мы с вами находиться до самого последнего момента. Еще 12 минут ожидания до финиша Станимира, но пока все внимание на финиш. Койо Гото, стартовый номер 10. Койо Гото, последние метры дистанции. Мы вас поздравляем. Congratulations with good race. And now good luck for Stanimir Belamajov, the last starter in the first university championships, first day, the first start, and we shall waiting who will be the first on the finish of today's race. Итак, старт у нас закрыт, а это значит, что можно пристальное внимание переключать на смотровой контрольный пункт.
Где у нас буквально несколько секунд назад отметилась спортсменка, которая стартовала под номером 119, девушка из Болгарии Антонетта Дяксова. Это значит, что где-то рядом Анастасия Неверова находится, его ее стартовый номер сегодня 120. Я напоминаю, что интервал между спортсменами стартовой минута, но к финальной части дистанции, уже многое могло поменяться, и интервалы, и порядок спортсменов. И внимательно-внимательно следим за предфинишными разборками спортсменов. Стартовый номер 121. Здесь же у нас уже эта спортсменка из Чехии, Юханка Симкова. Это значит, что очень много она уже Антуанетте везет. 2 минуты у них интервал на старте был. Буквально несколько сот метров остается для финиша тем, кто смотровой контрольный пункт сейчас проходит. А вот Неверова Анастасия завершила дистанцию. Я надеюсь, что с хорошим результатом. Анастасия Неверова from Russia just now finished, and we hope she has a good result. We shall see very soon. И на смотровом контрольном пункте у нас Елизавета Моисеенко. В очень хорошем темпе она проходит этот отрезок дистанции, не теряя темп, несмотря на не самую ровную поверхность лыжни. Здесь, несмотря на такие небольшие импровизированные мостики, не теряет она скорость и мчится к финишу. Это главная надежда российской команды. Стартовый номер 122, Елизавета Моисеенко. Ну и следом за ней здесь же эстонская ориентировщица Дейси Кудре. И, судя по всему, секунд 30 на первой части дистанции она уже у Елизаветы отыграла. Но ждем. На последней части, на последней петле есть еще контрольные пункты. Посмотрим, как они рассудят наших спортсменок. И здесь же Иван Куликов, стартовый номер 22, демонстрирует очень высокую скорость, очень уверенно отправляется на заключительную петлю. You can see many runners on the spectators controls, and very soon all of them will be on the finish. And now our competition comes to the end, and very soon we shall know the first champion of the first World University Championships in Russia. Совсем немного времени остается до финиша, до того момента, когда мы узнаем имена лучших, сильнейших ориентировщиков на первом чемпионате мира среди студентов по спортивному ориентированию. Ну а что касается таких вот текущих результатов на смотровом контрольном пункте, судя по всему, Иван Повышев, еще один спортсмен из России, его сегодня номер 23, идет даже чуть лучше, чем Иван Куликов. Ну а в чем это? Моисеенко Елизавета приближается к финишу. Елизавета Моисеенко from Russia coming to the finish. She must have a good result. Елизавета Моисеенко финиширует, а это значит, что на дистанции находится совсем-совсем немного спортсменов, готовых подвинуть ее, но, скорее всего, сделать это удастся спортсменке, которая финиширует следом за ней, Дейзи Кудре. Вот она заканчивает дистанцию, стартовала она, напомню, на минуту позже. Дейзи Кудре has better result than Елизавета, and now we have Иван Куликов on the finish. Иван Куликов дистанцию заканчивает, и где-то прямо за ним, следом за ним, на последних метрах дистанции мчится и Иван Повышев, еще один российский атлет. И смотровой контрольный пункт подходит Юрий Языков, это Белоруссия. Все очень плотно, все очень быстро, все очень-очень интересно. Мы приветствуем на финише Ивана Повышева, стартовый номер 23. And in women competitions we have Неверова Анастасия only on the fourth position after Sony Morski from Finland, Eveli Kasiku from Estonia and Sana Pusa from Finland. And then we have just now four Russian girls from fourth to the seventh position. Неверова Анастасия on the fourth, Анна Выборовна on the fifth, Наталья Игнатова on the sixth, and Елизавета Моисеенко on the seventh position.
And now we are waiting the results of Daisy Kudre from Estonia. Anna Ulvensen, Norway, финишировала. Ждем с большим нетерпением ее результаты. Ждем на финише Миру Каскинен из Финляндии. Стартовый номер 125. Ждем с большим нетерпением результатов именно этих девушек, потому что завершали, замыкали они у нас стартовый лист. Это значит, что кроме них подвинуть кого-либо вниз уже никому не удастся. 125-й номер Мира Каскинен, 124-й Анна Ульвенсен. Ждем результатов этих спортсменок для того, чтобы уже окончательно узнать имя лучших, имя сильнейших лыжниц-ориентировщиц здесь, на первом чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах. Иван Повышев показал 4-й результат в соревнованиях мужчин, и Иван Куликов 7-й результат в соревнованиях мужчин. По-прежнему лидирует Миса Томала из Финляндии, Юрий Усила из Финляндии 2-е место и Александр Злобий на 4-й позиции. So now we have the same leaders in men's competitions. Misa Tomala from Finland leading. Juri Usila from Finland again on the second positions. And Alexander Zlobin from Russia the third. And Ivan Povyshev just now was on the fourth positions. But now we have a new leader in men's competitions. Jakub Škoda from Czech Republic take the leading with 9 seconds margins. Новый лидер соревнований у мужчин. Jakub Škoda из чешской команды завоевал пока лидирующую строчку в протоколе с результатом 11 минут 16 секунд. И у нас еще один претендент на то, чтобы подвинуть текущих лидеров. Йорген Хоген Мацленен из Норвегии. Стартовый номер 27 отправился на последнюю петлю после прохождения смотрового контрольного пункта. На дистанции осталось буквально несколько спортсменов. И, конечно же, главный фаворит Станимир Беломажев, Болгария. Его стартовый номер 30 сегодня. А в соревнованиях женщин мы можем сказать, что уже никто не сможет подвинуть лидеров наших соревнований. И уже практически можно поздравить сегодняшних победителей. So we can say that now nobody can move the leaders in women competitions. And we can say that Соня Морский will have the best results today, 10 minutes and 13 seconds. On the second positions, Daisy Kudre from Estonia, 10 minutes and 30 seconds. On the third place, Evely Kasiko from Estonia, also 10 minutes and 43 seconds. Fourth place, Sana Pusa from Finland. Fifth, Anastasia Neverova. And sixth, Anna Vybornova, both girls from Russian team. Финишировал Йорген Хоген Мацлен. И на дистанции осталось всего 3 атлета, 2 очень сильных финских участника. Тера Линайма и Тумас Котра. Они уже отправились на последнюю петлю. Они уже преодолели смотровой контрольный пункт. И Станимир Беломажев здесь окажется с минуты на минуту, уже даже с секунды на секунду. Эти три спортсмена также распределят как раз расположение спортсменов в финальном листе, в финальном итоговом протоколе. А мы имеем нового лидера на финише. Юрий Языков из команды Беларуси показывает результат 11 минут ровно. New leader in men's competition. Юрий Языков from Belarus. 11 minutes and 0 seconds. А тренеры гонят Станимира Беломажева. Вот он пролетел, промчался, едва не снес этот финиш, смотровой контрольный пункт, и помчался к финишу Станимир Беломажев. And now we have Tera Linnamara from Finland on the finish, and he must have the good results. We shall know very soon what the results. Томительные, непростые минуты ожидания, секунды ожидания для нас, для болельщиков и, конечно же, для самих спортсменов. А сейчас мы узнаем результаты, сейчас мы дождемся финиша тех, кто угодил на дистанцию последним. Все внимание на финиш, развязка, все самое интересное в мужских соревнованиях. Терлинема, ninth results on the finish. And now number 29 on the finish. Томас Котра. From Finland.
Замерли, вы замерли и правильно делаете, потому что сейчас будет финишировать Станимир Беломажев. Ему остается только 10 секунд для того, чтобы улучшить результат. 9, Only 10 seconds. 8. Станимир. Что называется на тоненького, настоящий спринт. Очень плотные результаты, ждем вердикта судей, необходимо проверить отметку еще. Вы напряжены, я думаю, не меньше, чем спортсмены. К сожалению, сейчас не идет разговор о том, чтобы кто-то из россиян оказался на пьедестале почета, но тем не менее мы переживаем. Переживаем за Станимира Беломажева, переживаем за Томаса Котра. And now we're waiting for results of Stanimir Belomazhev. It was very, very close to Yuri Yazykov, but can he beat him or not? We shall know it in a few seconds, I hope. Итак, Станимир Беломажев смог все-таки выиграть сегодняшнюю гонку. 5 секунд сумел отыграть он Юрий Языков из Белоруссии. And so, the first champion on University Ski Orienteering Championship, Станимир Беломажев from Bulgaria. Second place, Yuri Yazykov from Belarus. And the third place, Jakub Škoda from Czech Republic. On the fourth place, Misa Tuomala from Finland. Fifth, Yuri Uusitalo from Finland. And Raivo Kivlinks from Latvia on the sixth positions. So, the first day of the first Ski Orienteering University Championships comes to its finish, and congratulations to the first champions. Andy, in women competitions, the first champion, Sonia Morski from Finland, second position, Mira Kaskinen from Finland, third, Daisy Kudre from Estonia, fourth, also from Estonia, Evely Kasiku, fifth, Sana Pusa from Finland, and sixth, Anastasia Niverova from Russia. Congratulations to winners and prizes of today's competitions. And now we shall preparing for tomorrow competitions. It will be pursuit competitions, also very interesting, very high, and very tough for both competitors and juries. Ну что, первый день соревнований, соревновательная его часть подходит к концу. Впереди еще цветочная церемония, церемония награждения, церемония открытия. Это все будет чуть позже. Ну а соревнование, непосредственно соревнование завершилось. Что называется, хорошо, но мало. Дальше будет больше и не менее интереснее. Дальше чуть более длинные дистанции у нас в программе. Впереди 4 соревновательных дня. Суббота, выходной, дальше в пятницу, воскресенье, в понедельник будем с вами любоваться, наслаждаться перипетиями борьбы между сильнейшими студентами-ориентировщиками на лыжах. Вам понравилось? Замечательный вид, я думаю, что вид спорта. Вид интересный, вид зрелищный. И самое главное, что современные технологии позволяют следить за тем, что происходит в лесу. То есть раньше, да, было, может быть, не так зрелищно и не так динамично. Сейчас, благодаря опять же этим технологиям, все вопросы решены. Дальше будет больше, дальше будет только интереснее. Поздравляем победителей, будем еще поздравлять их цветами и медалями, конечно же. Но пока небольшая пауза, пока общаемся, делимся впечатлениями, даем возможность спортсменам прийти в себя, но дальше будем их поздравлять. And please pay attention that just now we have the new finish list, because you know that in the start begins when the runners cross the beam. And that's why just now we have improved results, and Kotta Thomas from Finland take the third positions, and Jakub Škoda is on the fourth. It was some tenth of the seconds decided. And finally, we have the first three
with Stanimir Belomazhov as a champion, Yuri Yazykov from Belarus as a silver, and Tuomas Kotka from Finland on bronze medal position. And Jakub Škoda from Czech Republic, fourth, Misa Tuomala from Finland, fifth, and Yuri Uusitaala from Finland on the sixth position. And in the women competitions, we have Sonia Morski on the first gold place with 10 minutes 13 seconds. Mira Kaskinen from Finland again on the second position. Daisy Kudre from Estonia on the third place with her teammate Evelyn Kasiku on the fourth position. Sana Pusa from Finland fifth. And Anastasia Nevera from Russia on the sixth place. Ну что ж, у нас несколько минут еще паузы. Далеко не уходим. Мы ждем начала цветочной церемонии. Там будем награждать шестерку сильнейших. А это значит, что Анастасия Неверова, представительница России, тоже у нас, насколько я понимаю, выйдет на пьедестал почета. Ну и, конечно же, будем поддерживать всех сильнейших атлетов вне зависимости от их национальной принадлежности. Мы туляки. Мы гостеприимные хозяева. Не зря нам доверили право проведения первого чемпионата мира по ориентированию на лыжах среди студентов. Так что далеко не ходим. Сейчас уточняем время начала цветочной церемонии. И готовимся приветствовать наших атлетов, наших первых чемпионов и призеров по чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Здесь, на нашей сцене, будем готовиться поздравлять их. Все как на всех крупнейших соревнованиях, никаких изменений, никаких исключений. Сначала цветочная церемония, на уже вечером в торжественной обстановке медальная церемония. Необычными, зрелищными получились соревнования, как всегда, со своей интригой, с непредсказуемой борьбой. Но отдельно, конечно же, еще раз хочется сказать о третьей позиции Тумаса Котра. Его мы поздравляем с бронзовой медалью. По судейским подсчетам как раз именно он занимает у нас третью позицию. Ну и, конечно же, поздравляем и всех остальных атлетов. Юрия Языкова, который занял второе место, Станимира Беломажева, лидера, который воспользовался своим, в том числе и своим преимуществом, уходя на дистанцию последним. Финских и эстонских лыжниц, прежде ориентировщиц, мы поздравляем с высокими результатами в женской части соревнований. Поздравляем, конечно же, и российскую ориентировщицу Анастасию Неверову, которая у нас заняла высокое шестое место. Ну, конечно же, хочется отметить, прежде всего, для зрителей, что сборная России выступает как раз здесь не сильнейшим составом. Здесь настоящие ориентировщики, студенты выступают, поэтому, конечно, может быть, чуть тяжелее им бороться с соперницами и соперниками, чем лидером нашей команды. Но именно так было составлено, так была составлена российская команда. Не первые номера российской сборной здесь, первые номера российской сборной именно среди студентов тут присутствуют. И, несмотря на это,
Все равно спортсменки показывают высокий результат. Но смотрю, в женской части протокола тоже у нас есть небольшие изменения. И, судя по всему, без россиян мы в итоге будем во время цветочной церемонии награждения. Но это не страшно. Будем поддерживать остальных участников и участниц, конечно же, Анастасия Неверова. Россия, судя по всему, на 7-е место передвигается. Анна Улвинсон на шестом месте у нас сейчас. Судьи произвели окончательные подсчеты, и именно так у нас сейчас выглядит финишный протокол. К сожалению, без российских спортсменов и спортсменок в шестерке сильнейших. А именно шестерку сильнейших мы готовимся награждать. Примерно 30 минут, вот мне сейчас подсказывают, примерно 30 минут остается до начала цветочной церемонии. Необходимо утвердить протоколы, напечатать официальные протоколы. После этого будем награждать пока цветами. Будем награждать сильнейших спортсменов и спортсменок, шестерку сильнейших. Окончательные результаты у нас уже на информационном стенде. Можно ознакомиться, оценить плотность результатов. Конечно же, еще раз подчеркиваю, что это не чистые лыжные гонки, это лыжное ориентирование. Плотности результатов чуть меньше здесь обычно бывает, но борьба в секундах налицо. Итак, 30 минут до начала цветочной церемонии. Пожалуйста, далеко не расходитесь. Few times go back to yes.
Thank you.
До начала цветочной церемонии награждения остается примерно 20 минут, 12:30 ее начало. It stays 20 minutes before the flower giving ceremony. We are waiting for you here, our skin. Ten, sorry. In 20 minutes we are waiting for you for the flower giving ceremony. Через 20 минут цветочная церемония награждения начнется. Приглашаем вас сюда к сцене.
Powerful, mysterious, addicting, and stunningly beautiful. Siberia. A land of shadows in the taiga. A land of steppe, sun, and mountain winds. A land of quiet lakes, timid streams, and wayward rivers. We can't help falling in love with you. Infinitely white and longed for, frosty and snowy, often harsh, but always magnificent in its formidable power. Winter. This is what gives the word Siberia its true meaning. Winter. Our way of life and a source of our strength. This is our winter. In the middle of Russia, within the heart of Siberia, where the giant Yenisei breaks the shackles of the Sayan Mountains, we built our beautiful city. Strong, like a real Siberian, and businesslike, as all big cities, but always young. Krasnoyarsk. We are growing, building bridges connecting our riverbanks, and bridges connecting people and nations. Experiencing the mysteries of nature, we discover ourselves. We are studying, we are living. Remote and mystical for the whole world. But for us, Siberia is just home. A land of breathtaking beauty. The land we know and love. We understand the delight and wonder of our guests. We are near everyone who wants to see, feel, and discover Siberia with us. These will be the most important days of the year. Days of snow, ice,
days of passion and victories, there'll be hot days. Universiad. Wintry, snowy, but the warmest and friendliest. Universiad with the soul of Siberia. We understand what we want, and we know how to do this. And we're confident in our strength. Every day, every hour, we are preparing. We're making a Universiad which we'll be proud of. We're creating a winter that everyone will remember. And we're doing this as only we can. Russia. Siberia. Krasnoyarsk. Winter Universiad 2019. This is our winter. Real winter. Примерно мы начнем нашу цветочную церемонию награждения. Спортсмены готовы, ждем. Подходят сюда уже официальные лица, значит, не 5 минут, а меньше. So less than 5 minutes, and we will start our flower-giving ceremony. Our officials coming here, and we can start. And we will start from the women, and then we will praise the men. And so we can start our flower giving ceremony. Мы готовы начинать нашу цветочную церемонию награждения по итогам первого дня соревнований первого чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. Спринтерская дистанция. Первый чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах. Спринтерская дистанция. Мы начинаем цветочную церемонию награждения. And now the flower ceremony for the first winter university ski orienteering championships. Церемонию награждения проводит Олег Васильевич Матыцын, президент Международной федерации студенческого спорта. The flowers will be presented by Oleg Matitsyn, FISU president. Brian Porteous, president of the International Federation of Sports Orientation. Brian Porteous, IOF president. Mikhail Vasilievich Gryaziev, rector of Tulskoy State University. And Mikhail Gryaziev, the rector of Tula State University. Начинаем с женщин. Первое место. Соня Морский, Финляндия.
The first place and student champion, Sonja Morski, Finland. Mira Kaskinen, Finlandia. Second place and silver medal, Mira Kaskinen, Finland. Третье место, бронзовая медаль, Дейзи Кудри, Эстония. Third place and bronze medal, Дейзи Кудри, Эстония. Четвертая позиция у Эвели Касику, Эстония. Fourth place, Эвели Касику, Эстония. Пятая позиция, Санна Пуса, Финляндия. Fifth place, Санна Пуса, Финланд. Шестое место, Анна Алвенсон, Норвегия. Sixth place, Anna Olvensson, Norway. Итак, первый день соревнований, спринтерская дистанция, лучшие, сильнейшие спортсменки на пьедестале почета, шестерка сильнейших. Соня Морски, Финляндия, первое место. Соня Морски, Финланд, winner and gold medal. And flowers are presented by Oleg Matitsyn, FISU president. And applause, big applause for our champion. Аплодисменты нашему чемпиону. Давайте по-русски, громко. Вторая позиция. Мира Каскинен, Финляндия. Церемонию награждения проводит Брайан Портеус, президент Международной федерации спортивного ориентирования. Second place and silver medal. Mira Kaskinen, Finland, and flowers are awarded by Brian Portos, IOF president. Третье место, Дейси Кудри, Эстония. Церемонию награждения проводит Михаил Васильевич Грязев, ректор Тульского государственного университета. And third place and bronze medal, Дейси Кудри, Эстония. And flowers are awarded by Михаил Грязев, Тула State University ректор. И продолжаем награждать тех, кто попал в шестерку сильнейших. На четвертой позиции у нас Эвели Касику, Эстония. Церемонию награждения продолжает проводить Олег Матыцын, президент Международной федерации студенческого спорта. And fourth place flowers are awarded by Олег Матыцын to Эвели Касику from Estonia. Пятое место, Санна Пуса, Финляндия. Fifth place, Sanna Pusa from Finland, and flowers are awarded by Brian Portos, IOF president. И шестая позиция сегодня у Анны Олвенсон, Норвегия. And sixth place, Anna Olvensson, Norway, and flowers are awarded by Mikhail Grazev. Приветствуем вас, вы приветствуете нас, первые призеры, чемпионка. And now together, cheers to our televisions and media. Большим удовольствием еще раз представляем наших чемпионок, призеров и тех, кто попал в шестерку сильнейших. Соня Морски, Финляндия, Мира Каскинен, Финляндия, Дейзи Кудри, Эстония, Эвели Касику, Эстония, Санна Пуса, Финляндия, и Анна Улвенсон, Норвегия. And now one more applause to our champions and prize winners. Аплодисменты нашим победителям и призерам. Спасибо девушкам. И вторая церемония, цветочная церемония награждения первого соревновательного дня. Награждаем мужчин и сюда, на нашу сцену, приглашаем
лидера мирового рейтинга по спортивному ориентированию на лыжах и первого чемпиона чемпионатов мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов Станимира Беломажева, Болгария. And now the first champion on the first university ski orienteering championship, Станимир Беломажев, Болгария. Второе место и серебряная медаль у Юрия Языкова, Беларусь. And second place, Юрий Языков, Белоруссия. Бронзовая медаль у Томаса Котра из Финляндии. And a bronze medal for Thomas Kotra, Finland. Представляем спортсмена, который занял четвертое место, Якуб Шкода, Чехия. And fourth place to Jakub Škoda, Czech Republic. Пятая позиция на мужской спринтерской дистанции у Миссы Тумала, Финляндия. And fifth place to Missa Tuomela, Finland. Шестерку сильнейших Юрий Усетала, Финляндия, замыкает. And sixth place to Юрий Усетало from Finland. Чемпиона Станимира Беломажева награждает Олег Матысон, президент Международной федерации студенческого спорта. So the flowers to champion from Bulgaria, Станимир Беломажев. Flowers are awarded by Олег Матысон, ФИСУ president. Юрий Языков, Белоруссия. Второе место. Церемонию награждения проводит Брайан Портеус, президент Международной федерации спортивного ориентирования. Юрий Языков from Belarus, silver medal and flowers were awarded by Brian Porteus, IOF president. Бронзовая медаль, третья позиция, это Томас Котро, Финляндия. Церемонию награждения проводит Михаил Васильевич Грязев, ректор Тульского государственного университета. Third place and bronze medal to Kotra Thomas and flowers are awarded by Mikhail Grazyev. Четвертая позиция, Якуб Шкода, Чехия. Олег Васильевич Матысон продолжает награждать спортсменов, которые попали в шестерку сильнейших. And fourth positions to Jakub Škoda from Czech Republic and flowers awarded by Олег Матысон, ФИСУ president. Пятое место у Миссы Тумала, Финляндия. Брайан Портеус награждает спортсмена. Fifth place to Missa Tuomela and Brian Porteus awarded flowers. И шестая позиция Юрий Усетало, Финляндия. And sixth place to Юрий Усетало from Finland. Flowers awarded by Mikhail Grazyev, Tula University. And now, please, the photo for our press and media. А мы приветствуем атлетов, приветствуем чемпиона, приветствуем призеров, дальнейших успехов, но пока улыбаемся и машем в сторону объективов фотокамер. Итак, лучшие и сильнейшие атлеты первого соревновательного дня по итогам спринтерской дистанции первого чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах среди студентов. И несколько приветственных слов от президента Международного спортивного студенческого союза. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, участники, организаторы, для меня большое удовольствие и честь сегодня на гостеприимной тульской земле вас приветствовать. Сегодня мы вместе с Международной федерацией ориентирование с организаторами, Тульским университетом, руководством Тульской области. Проводим первый чемпионат по лыжному ориентированию. И я считаю, что уже большой успех. Отмечаем, большое количество приехало участников, студентов. И, конечно, это большая радость, потому что вид спорта интересный, популярный.
все рады той атмосфере, которая создана здесь. И я, конечно, рад успехам, только что закончилась цветочная церемония, успехам наших спортсменов. Погода российская, снежная, и в этом отношении надо еще раз выразить признательность организаторам за то, что они смогли сделать такой праздник. Желаю всем участникам чувствовать себя комфортно не только на спортивных площадках, но и вне ее, потому что студенческий спорт – это прежде всего радость общения, которую друг другу дарим. Я желаю всем спортсменам быть успешными не только в спорте, но и в учебе, потому что спорт помогает вам, помогает чувствовать себя лидерами уверенно в этой жизни. Удачи! Олег Матыцин, give a good thanks to organizers and to Tula University for a big work was done for the first university orienteering championships. And also it is very important that student sport is not only for sport, that is to improve your studying, to improve and give you new chance for communicate to each other, international communication between students. And thank you to everybody and welcome. Thank you very much for a very perfect translation. I just forgot one thing, that ski orienteering was included in the program of the Winter Universiade 2019. So my thanks again to the International Federation, and I believe it will be great success. And I invite all of our participants, students, and of course countries to come to Krasnoyarsk, to Russia in 2019. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, competitors, for making history today. First ever World University Ski Orienteering event. And thank you, Mr. President, for letting us make this competition with you. And like you, I want to thank all the organizers, and I want to thank Tula Region and the university for their support. So, спасибо большое. Президент Международной Федерации Ориентирования поблагодарил организаторов, администрацию Тульской области, президента Международной студенческой федерации за большой вклад, в исторический вклад в проведение первых в истории соревнований по спортивному ориентированию на лыжах. Спасибо всем. Спасибо всем, увидимся завтра. Завтра второй день соревнований, не менее интересный, не менее зрелищный. Ждем вас здесь.